Две недели без антидепрессантов. Неделя без алкоголя. Ему что хочу. Потом поехал по деревням, по регионам. Это просто пиздец. Ну это как, знаешь, Винтач снял типа видос с нашествия. Да, лютый, да, просто, да, блядь. Да, в таком духе. Ты смотрел же, типа, хмурое там, блядь, хмурое. Просто, блядь, там грязь вся, нашествие показано. Я буду петь! Как по-ярски буду. Ты что, тоже снимаешь? Конечно. Ебало завали. Своё. Помолчим, блядь! Темная ночь, только пули летят по проспекту, а не пасти. Далак наш путь до утра, но мы готовы проплыть, не пошли. Сколько бы ни пили и не дули, коли дури с ними нам не по пути. Они не отвечают на звук, так же как не отвечают от репости. Нас парнями огонь, вода и медные трубы не повели, не вживели и не поломали. Но вы красавицы, мои юнки, рады лежали на утро. Будто пушки погибали, и каждому на небе плачет и Я обосрался говном. Скотина ты. Все, блядь. Ладно, ты мой любимый. Ну что, как тебе понравилось? Василий, иди к своему другому кумиру. Иди к нам, Василий. Ты будешь уходить. Ты будешь летать на антидепрессанты, да, сидеть? Уходи. Опять. Пес, блядь. Ты не человек, ты пес, нахуй. Я уже вижу это видео на ютубе, типа, 18+, шок. Знаешь его? Лично не знакомый, так знаю. Познакомься, это Женя Алёхин.